У меня поперло творчество, и я решила сделать изголовье для кровати, сделать его самостоятельно. Мы купили ткань для покрывала, она серенького цвета, как диван, и вот серенькая рогожка, такая у нее фактура. И из этой же ткани я хочу сделать изголовье для кровати. У нас осталось от днища для кровати 3 одинаковых вот таких квадрата. Я хочу обтянуть их тканью и поролоном. Так, у меня есть поролон. Вот я уже положила один кусок из 3 на него. Сейчас вырежу поролон и прибью степлером, и нужно будет обтянуть тканью. На словах просто, посмотрим, как на деле.
Левой рукой вообще неудобно распиливать поролон. Ну ладно. Один пирог у нас есть. Ручка вообще не пишет.
Вообще карандаш совсем не рисует на поролоне. Я не знаю, маркер нужен, наверное, но у меня нет маркера, поэтому занимаюсь какой-то херобой. Так, вторая есть. Thank you.
Слушайте, ну что могу сказать? Поролон я вырезала. Это было мучительно сложно. Не знаю, из какого говна и палок сделан этот поролон 4-сантиметровый. Но резался он очень плохо, и по нему не рисовал карандаш. И он разрывался. Сейчас покажу, какими кусками. В общем, срез получился вот такой. Не очень ровный, вот тут зазубренными. Этого не будет видно на готовом изголовье. Но сам факт, качество поролона какое-то странное. Если его резать на производстве специальным оборудованием, то, может быть, он нормально режется. Но вот канцелярским ножом резался отвратительно. В общем, я замахалась. Но все-таки справилась с этой задачкой. Сейчас буду раскраивать ткань и пытаться уже пристеплерить ткань к моему изголовью. А потом надо будет еще придумать, как его водрузить на как изголовье кровати. Потому что изначально была идея приклеить это все добро на двусторонний скотч. Но у меня есть подозрение, что это все, вся эта конструкция может не держаться, и нужно будет придумать какой-то каркас для всего этого. Но посмотрим. Сейчас есть цель и задачка сделать изголовье, ну, сами пластины вот эти вот. А дальше уже посмотрим, что будем делать в итоге с этим и как вешать. Thank you.
Там, не мешайся. Ну-ка. Что? Брысь. Thank you.
Трам? 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 Где? Трамки? Да, это прекрасно. Иди сюда.
Тран. Тебе там понравилось, да? Ну, я считаю, нам прекрасно все подходит. Там.
gotta find my way to you.
Thank you.
никогда не умела правильно упаковывать подарки. Тут смысл точно такой же. Поэтому стараюсь сделать максимально ровно, но очевидно, это не идеальная складка ткани. Возможно, надо было бы посмотреть какой-нибудь тюториал на YouTube, но мне было западло. Thank you.
на самом деле не самое простое занятие вот так вот делать обивку мебели, потому что это физически трудозатратно. И я уже упахалась и делаю передыхи, потому что нужно... В чем прикол? Нужно натягивать ткань, и нужно... Нужно натягивать ткань, нажимать на степлер, а это, ну, физически тяжеловато, потому что это не обычный степлер, это нужно пробить деревяху. И нужно приложить усилия, чтобы степлер это смог сделать. И параллельно, чтобы не было, ну, таких выдавившихся скоб, нужно одной рукой нажимать на противоположный кусок панели с поролоном, а другой бить. И это, ну, реально физически тяжело. Поэтому я такая сделала чуть-чуть, подышала, попила водички, сделала дальше. Поэтому записываю видео кусочками, потому что это правда физически тяжело. И я понимаю абсолютно точно, что поскольку это DIY, это не будет идеально. И вот, например, я уже вижу, что на первой подушке, ну, там углы немножечко по-разному были. Но в целом получается все равно круто, мне нравится. Поэтому продолжаем, повесим, и будет нормально. Покрутим в крайнем случае, какой угол наверх и какой вниз, чтобы было это все максимально симпатично. Идеально не получится, я даже на это не рассчитываю, потому что я это делаю, ну, не первый раз в жизни, а второй. Когда-то у меня была приколюха, я так меняла обивку, сидушку у старых кресел, типа стулья, типа кресла, такие стулья, они с подлокотниками, и мягкая у них, но я там как раз заменяла обивку и поролон. И поролон там был получше, чем вот тот, который я сейчас купила. Но в целом мне нравится вообще этот процесс творческий, что делаешь что-то сам, и потом что-то классное получится. Так что продолжаю, фигачу обивку на подушечке на изголовье кровати. Thank you.
В общем, готовы мои панели для изголовья. Теперь жду Ника, чтобы он их повесил. И будут они висеть у нас над кроватью. Сейчас покажу, где. Вот кровать. И над подушками, соответственно, хотим повесить эти изголовья. Они как раз во всю ширину кровати будут. И я думаю, что здесь будут хорошо смотреться.